Ну что, ребята, здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Dead Space 2. Вы можете задать вопрос, да? Вы можете задать вопрос, почему эта игра так долго не было, да, там? Последняя серия выходила 5 месяцев назад примерно, да? А первая серия почти год назад выходила. Отвечу вам сразу же на этот вопрос. В общем, не было возможности снять дальше эту игру. По техническим моментам, да? Вот, но очень хотелось. Поэтому, ребят, когда так. Поэтому я Far Cry, кто не видел, да, посмотри, там его тоже уже, я его возобновил прохождение, да, там ссылочка в описании на плейлист находится, по сказочкам сверху справа находится там серии, да, и плейлист тоже. Вот, еще ссылочка в описании есть на плейлист с прохождением Dead Space 2 и Dead Space 1. Посмотри обязательно, если не был первый, это прям вау. Прикольно. Но мы смотрим вторую игру, я пока какого-то четкого мнения о ней нету. Но посмотрим. Я думаю, как половину игры я пройду, может даже раньше, не знаю. Может к концу игры у меня ставится какое-то мнение об этой игре. Но пока что мне, ну, нравится, я просто изучаю ее. Вот, собственно, как я сказал тогда в Far Cry, мы уже даже возобновили его, повторяюсь, да? Вот, все игры, которые начал проходить когда-то давно, там, да, год назад, несколько месяцев назад, я их возобновляю, потому что, ну, мне самому хочется их пройти, да, и... Ну и просто, блядь, чтобы они ебанули, нахуй. Ну не, просто некоторые игры по техническим моментам не мог снять, да, или не могу, ну, снять, да, которые бы хотелось бы мне, конечно, отнять, но всему свое время. Поэтому, ребята, усаживайтесь подумать, надевайте прядик обязательно, прям пить кушать, прям чипитика в пите, прям чипитика в пите или пить воды при этом просмотра. Мы, собственно, продолжаем проходить Dead Space 2. Так, остановились мы с вами в прошлой серии здесь. Да. Если что, я перепроходил до этого момента, поэтому, ребят, ну... Поэтому, ну, идите строго, грубо говоря. Так, прошли мы с вами вот до сюда, да, вроде? Да, до сюда проходили мы. По прошлым сериям. Так, ну здесь... Я все собирал вроде. Единственное, что меня удивило пока что, это то, что главный персонаж-то разговаривает. Так, ладно, let's go. Опа, вот это мне... Опа, на сюда. Папочки на базу. Патроны, ребят, мы проходим с вами на максимальном уровне сложности, я вам напоминаю, да. Вроде как. Давай даже что посмотрим. Сложность, да, на максимальном, ну почти на максимальном, ну на максимально возможном уровне сложности мы с вами проходим данную игру. То есть понимаете, насколько это будет сложно, но это в то же время очень интересно проходить на нереальном. Блять, согласен, это будет сложно, но в то же время очень интересно на таком хард сложности проходить. Конечно, на максимально сложно проходить, будет очень интересно. Ну и контентика завезу. Это вот так вот. Бля, вот тут нихуя не видно, блядь. Что ты мне показываешь, блядь? Пусти, блядь. Нахуй, телевизор, блядь, нахуй. Выкинуть это надо, блядь. Хуйню показывать, блядь, какую-то. Так, ща, ребят. Ну я так и знал, нахуй, мразь. Блядь, где она нахуй? Охуенно. Для чего? О, это для снайпы. А где этот, блядь? Вот он.
Охуенно, ты ничего не хочешь, Луп дай мне, блядь. Охуенно, брат. Охуенно, брат. А вот. Блядь, 50 баксов дал, нормально. Спасибо, нет, мне очень интересно, знаешь что. Так, ребят, здесь я буду максимально... Как вам сказать? Здесь я буду максимально... Опа. Внимательно, потому что... Потому что эта игра требует внимательности, да? Эта игра требует для того, ну, как требует? Хуйню сказал, согласен. Это на данном уровне сложности, ребят, лучше все уголки смотреть, находить любой лут, который только есть. Опа, сюда, папочки такое надо. Вот, потому что если, ребят, мы пропустим хотя бы даже какой-то патрон, он нам в будущем может так все, ну, как сказать, сыграть на не на руку. Поэтому, блядь, лучше все собирать, ну его нахуй. Закрыто, блядь. Сбой энергосистемы, блядь. Охуенно, и что? Кого, блядь, где ты? Ебанат, ты где, блядь? А вон, блядь. Ой, блядь, с эти, блядь, твари ебаные. Рот их ебал. Иди ты нахуй! Да, оружие, конечно, великолепное у нас с вами. Прям вообще классное, блядь. Охуенное, блядь. Вот так бы взял, нахуй. Так просто в рукопашку разъебал бы сейчас, нахуй. Но он, видите, блядь, тоже, нахуй. Читер раз еще тот, блядь. Читер ебаный еще тот. Как минимум, да? Начнем с этого, блядь. Ну, здесь никого не должно быть, потому что, блядь, ну, потому что я так сказал, как минимум, да? Вот это, блядь, сюда папочки надо. Открой! Давай, мразота ебаная, иди сюда. Шо? Да, неприятно, блядь. Что-то эту хуйню буду их. Ну, похуй. Так, давай. Ну, сразу устал, да, тут. Раз. Вот так вот. Вас, блядь. Установим на всякий, ребят. Случай. Это нужно установить, потому что, ну. Ну потому что, ебаный, блядь. Хули спрашивать, когда спрашивать нет, понимаете, все, блядь. Так, и давай, знаешь, что еще поставим? Ждал, да. А, нельзя, да, блядь? Ну, хорошо, блядь. Хорошо, мальчик, поиграем по твоим правилам, блядь. Поиграем по твоим правилам, ебаный, смотри, что. Ты видишь, что здесь вообще? Ну, реально, ты вкуриваешь, да, что здесь про будет происходить? Нет, ты понимаешь, да, сейчас что тут? Эти тварищи пойдут, да? Бан, нахуй. Вот и все, нахуй. Кто-то еще хочет идти сюда? Ну. Вам, ну, может, ну, это, ну, как бы да. Вам, может, ну, это, ну, объяснить по-другому. Вот, ебанутый, блядь. Да. А, охуенно, ребят. Спасибо, блядь. Очень вовремя, нахуй. Очень вовремя, ребят. Блять, убери эту хуйню отсюда, блять. Подожди, здесь вон лут, я вижу, блять. Вот.
Первых, я не помню, часть мы проходили, ну, на максимальной сложности или там, вроде да, тоже. Как я, по крайней мере, помню. То есть, все перезарядим с тобой сразу же, да? Да ну, нехуй, блядь. Либо нехуй, блядь. Let's go. А, бля, можно патрики, пожалуйста? Здание выполнено. Спасибо, блядь. Блять, ты что, ебанутый, блять? Ну вообще-то нихуя не страшно, слушай. Ну вообще, ну если смотреть на эти картинки, конечно, страшно, блять. Но в принципе, бля, можно сюда я уйду, блять? Че шо, блять? Блять, дура ебаная, заткни рот все, пожалуйста, блять. Да мне похуй, блять. И не надо тебе меня видеть, блять, ебись меня, блять. Пошла нахуй. О, блядь, мразь, ты чё, блядь? Чё это за хуйня, блядь? Ты кто вообще, блядь? Ебать, ну вот это красиво была сцена, на самом деле. Была такая, знаете, не то, что прям страшная. Как мы называем, что вот это вот, это хоррор ёбаный, да, блядь, у нас с вами? Ну, по большей части. Было не страшно. Охуенно. Это было не страшно, знаете, но очень, но, ну так, пугающе слегка. И довольно-таки, ну, красиво было реально. Сама сцена была прикольно, красиво сделана. За счет. А можно патрон? Здесь большая локация, блядь. Не, я, ребят, я хуй буду бегать куда просто так быстро. Не-не-не. На легком уровне можно было побегать, чисто пофаниться. На вот таком максимальном уровне, почти максимально доступном уровне сложности, бля, я буду каждый угол нахуй ходить здесь, мне похуй. Чё за хуйня? А где, блядь, только что лежала хуйня, блядь? Ты мне ажут отдай, блядь. Ты чё, схавал, блядь? Ты съел, блядь? Ебаная мразь, блядь. Зря патрон себе потратил, ебаный в рот, блядь. Прикинь, съел, тут что-то лежало, аптечка какая-то, я так понимаю, лежала. Взял ее, схавал, блядь, и не отдает. Так, ну чё, куда нам с вами, ребят? Транзитная ветка, причал Гамма, опоздание. Ну, нам, наверное, нужно в этот, блядь, в Титан Хайтс, я думаю, да? На сколько? В 2 часа ночи, а сейчас сколько? А есть часы, блядь, не знаю там. А есть часы, блядь, ну вообще... Ну охуенно, что мне делать? Мне что делать, блядь? Не знаешь, куда дома ехать-то, блядь? Мне что, на ночь оставаться, блядь? Не пойму, блядь. Охуенно, блядь. Блядь, бать ты мразь, нахуй. Ну выйди, 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 нахуй. Ну выйди, выйди, выйди. Бан, нахуй, раз. Моментально, блядь. Ну, я считаю, это моментально было, ребят. Нахуй наружу, кстати. Нереально хорошая. В натуре хорош. Так, давай, ладно, быстренько стол обойдем здесь. Опа. О, мразь, здорово. А что ты здесь забыл? Можешь мне объяснить, что ты здесь забыл вообще, брат? Это не брат, нихуя, блядь. Блять, ну реально вы больше играете, мне даже больше патронов или что, блять? Ну типа ты, ну, ну ты типа да, да, ну да, понятно, нахуй жмот ебаный, блять. Так, из него все выпало. О, патрон дала, спасибо, игра, спасибо, ладно. Если еще патрончики найду, значит уберу свои слова назад. А, заебись. Ну сейчас явно какая-то хуйня будет, потому что музыка, блядь, знаете, эта хуйня играет. Я уверен, что сейчас какая-то хуевина да будет. Ну, аптека, блядь. Чё мы достаем?
Это взлом, блядь. Вот это тоже прикольно, но фишка это, блядь. Видите, можем, мы должны взламывать вот такая хуйня. На время еще, ебаный в рот. Ну давай, блядь. В моменте просто потух, да, да? Так, ну я, знаете, на всякий случай, ребят. О, блядь, иди нахуй. Да иди ты нахуй. А патроны можете мне дать, блядь, ебаный врат ваш? О, хорошо. Не, ну мне похуй вообще как бы, да? То есть, ну вот, эта тема стоит, мне похуй вообще. Не, ну реально. Ладно, пока да, патрон стоит. Поищем. Ну, блядь, какая-то новая, что ли, хуйня была, вон, смотри. Какая-то новая, блядь. Ну, монстр какой-то, какая-то новая. Монстр какой-то новый. Все, давай. Ну что, хотите, чтобы я туда пошел? Нихуя. Нихуя подобного. Я жду, блядь. Да, ну да, ну конечно, блядь. Блядь. А, хуэль, ты тут вообще ходишь, блядь. Ну так нечестно вообще-то, если чё, блядь. Давай начнем с этого, хорошо, блядь. Пизду вам, вам пизда, ребятки. Всем, блядь, моментально будет. Давай, только подойди сюда, блядь, кто-нибудь. Ну? Кто рискнет? Хорошо. Блять, что? Кого? Чего? Мы летаем, блядь? Мальчик, ты чё? Ну, все хорошо у тебя, блядь. Ой, блядь. Это что вообще такое, блядь? Это что вообще? Ну... Ну хорошо, это прикольно, хорошо, это прикольно. А особенно если учесть то, что в первой части такого вообще не было, то есть там просто ходило все, да это прикольно разнообразие. Отсосете все, блядь. Я же говорю, вы отсосете в моменте, ребят. Так лучше, понимаешь, ну, так лучше, ну, реально не шутить. Потому что, ну, можно реально, типа, ну, ну, в натуре реально, да. Прям четко. О-о-о. Добрый вечер, блядь. Ну, мразь какая-то, я слышу его, блядь. Сейчас, подожди, блядь. Ну я так и знал нахуй, блядь. Так, блядь, и знал с патроном мои, блядь. Назота ебаная, блядь. Исчерпала. Ладно, let's go. Дай-ка. Давай, 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 давай. Кто там? Ну, кто что хочешь доказать? Ну.
Да, ну вообще на похуй, слышишь? Ну, мразота идет, смотри. Бля, зачем мне нахуй, ты? Блять. Идешь нахуй. А че, мне патронов нету, блядь? Ребят, вы че, ебанулись? Не, о, все хорошо. У меня патронов нету, блядь. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Так, сюда. А, здесь можно вот эту хуйню же точно еще. Я же забыл про нее. Поехали. Че, блядь, серьезно, нахуй? Подожди, блядь. Мать, блядь, да ебать, иди ты нахуй, мать. Ёбаный в рот, блядь. Все хорошо. Ой, блядь. Ты кто, блядь? Что происходит? Я понял, блядь, что происходит? Иди, блядь. Блядь, все, напичкали, блядь. Не понятно, что вообще происходит, нахуй. Пиздец, блядь. Ёбаный в рот, нахуй. Ого. Нужен новый маршрут. Что произошло? Я уж думала, мы тебя потеряли. Да ты охуеешь, что произошло, блядь. Остановка. Где я сейчас? Как ты вообще там очутился? Подожди. Ну, блядь, не самый приятный маршрут. Зато ты попадешь в жилой сектор башен Кассини. Заебись. Проклятие! Тейдман опять засек твой сигнал. Не стой на месте. Ты им очень нужен, Айси. Я скоро свяжусь с тобой. Да отсосут они все, понимаешь, разом, блядь. Эти звуки мне вообще не нравятся, блядь. О, добрый вечер, блядь. Иди сюда, нахуй. Как с добрым утром просто, понимаешь? Добрый вечер. Так, ребят, здесь нам нужно с вами 100%, знаете, прям, ну, максимально найти, ну, много ресурсов, сколько здесь вообще лежит, да? Потому что дальше, я думаю, будет еще сложно. Блять, что это звучит у меня, блять? Не, прикольно, понимаете? Прикольно, что они так много всего добавили сюда. То есть и полет, и вот это, типа, ты висишь. Ну, вот, да, и там отстреливаешь, как, не помню, в какой игре. В какой-то игре тоже такая хуйня есть. Ну, типа, я не помню, в какой игре. Вот, висишь, типа, да, вот, и отстреливаешь, блять, врагов. Ну, это прикольно, хорошо, блять, да, но... Знаете, что может быть на самом деле? Да ничего, бля. Не, может это, знаете, как восприняться? Если этого дохуя есть, очень много контента такого, да, подобного, это может просто восприняться как, ну, непонятно что. То есть всего навалом, если то это такое, на самом деле. Это набор только портит впечатление. То есть если только тут, ну, так, чуть-чуть есть какое-то разнообразие, окей. Вот. Главное, чтобы они оставили саму суть. Ну, типа, как в первой, ну, типа, исходя из первой части, да, грубо говоря, игры. Если не ставили... Да кто тут шебешится, нахуй, ебаный. Выходи, блядь! Главное, чтобы не оставили саму суть. Вот и все. И тогда вопросов, я думаю, не будет. Ну, посмотрим, ребят, посмотрим. Посмотрим. Блядь, тебе ничего нету, брат? Блядь, ну, ладно, блядь. Пусть с тобой.
Так, здесь тоже ничего у нас нету, да? Здесь, в принципе, тоже нихуяшеньки. К сожалению. О! Бля, можно мне место вот... Ну, может мне тут, ну, в игре деньги, нахуя мне патроны покупать только? Ну, блядь, давайте мы лучше патроны чисто тут. И все это будет изи, блядь. Че у нас там стоп аптечка вообще? А, одна аптечка осталась. Заебись. Одна аптека у нас с тобой осталась, прикинь. Ну, давай сохранимся, у нас 100% сразу же сохранимся с тобой. Вот. Какие-то твари нездоровые, блядь. Ну хуй кто сюда пройдет, вы понимаете, ребят? Ну попробуй сюда пройди, ебаный ты, блядь, тварь. Ты хуй сюда, ты вообще охуеешь, понимаешь, что проходить? Блять, тварь баная, так и знал нахуй. О, ну давай иди сюда, ты видишь тут, ну иди сюда, ебаный в рот. Давай, 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 давай. Мне это вообще похуй, понимаете, ребят? Ну мне, ну, реально похуй тут, в принципе. Только там какой-то проход куда-то есть. Нет, там нет ничего всего. Бля, брат, нахуя ты это сделал, конечно. Ну ладно. Ну ладно. Сейчас буду потихонечку идти, да, вот вся вот эта хуйня, ребят. Даже не переживайте. Сейчас будем с вами. Хорошо. Ой, бля. Ну я сразу в моменте так сделаю, хорошо. Ладно, не то. А, это сейф зона? Блядь, это жутко нахуй. Вот это, блядь, вот эта хуйня, это очень жуткая тема, блядь. И тут новые, какие-то тут еще новые монстры сейчас еще будут, блядь. Смешно, блядь. Пиздец, смешно. Ну, я думаю, сейчас если в нее ночью прям играть, это вообще пизда, ребят. Смешно, да хуя тебя, да, блядь? Бля, ну тут как будто кто-то должен, блядь, да, быть? Эй, блядь. Бать, что это? Блядь. Пизда, смешно нахуй тебя, да, блядь? Выйди, покажи, бля, хуеешь ты, блядь. Я, ребят, пока аккуратненько все делаю. Ну, ой, блядь! Ой, это эти маленькие пидоры, блядь. Пидоры. Бан нахуй. Бля, ты чё? Поехали. Бан. А, вот сосётся нахуй. Ебать, а чё у вас так много, ребята, блядь? Вас не дохуяли, блядь? А, сосёте. На нахуй. Бля. Не пизда, да? Ебать, а чё их так много здесь? Хорошо. Хорошо. Сейчас, ебать, сейчас все расставим, нахуй. Сейчас они охуеют вообще, блядь, от этого.
в моменте. Давай, давай. Так. Давай, 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 давай. Да-да-да-да-да, блядь. Да-да-да. Так, хорошо, давай, где будем вставлять с тобой? Я думаю... вот так вот расставим с тобой. Раз. А, вот сюда вот так. Два. Да-да-да-да-да, расскажете, блядь. Отсосете его нахуй моментально, блядь. Давай еще. А, все, больше нету. Ну, в целом, я думаю, нормально будет. Поехали. Пошла возня, блядь. Давай, 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 давай. Здесь, блядь. Шибанутый, блядь. Айзек, ты еще жив? Не могу долго говорить. Они отслеживают сигнал. Как там твои воспоминания? Мои возвращаются. Хорошие. Плохие тоже. Чем больше вспоминаю, тем сильнее болит голова. Я тебя поздравляю. Я вижу символы. Ты тоже видишь символы, Айзек? Все время вижу его лицо. Черт, меня нашли. Кто-то такой вообще-то? Ну ладно, блядь. Так, заебись. Так вот, ребят, вот это охуенная пушечка, скажу. Вот это охуенная пушечка просто. Сюда взял, поставил так момент, хуяк, все. И все, бля, и пизда, блядь. Ты заебись. Это реально классно. Натуре четко. Так, ладно, давай с тобой что сделаем-то? Нам с тобой не работает, блядь. Нам с тобой туда, да? Давай с тобой закупимся. Оружие пока менять не буду. Но я бы, наверное, посмотрю. О. Свой узел, стадистская батарея, импульсная винтовка. Хорошо. Я бы, знаешь, что посмотрел бы? О, мы с тобой можем это купить. 10 тысяч, чуть ебанулся, блядь. Какой нахуй? Блин, ну вот вместо винтовки снайперской, да, чё мне брать? Ну, дротикомет мне не нравится, типа... Ну, типа, чел, ну, типа, да. Быстрый клепальный молоток тоже не нравится. Улучшенный силовой резак. Давай ставим, ладно, хуй с ним. А где патроны? О, патры, вот, няня. Так, мне нужны снайперские заряды. 100% по 1000, да, не? 5 штук. Ну, давай. Так, нет, вот эти штуки мне нужны, вот эти, аптеки еще, ебаный в рот, блядь, сколько, 1200 стоит, да, а это 2. Ну, в принципе, нам с тобой хватит. Вот так вот. И вот так, грубо говоря. Мы с тобой сделаем. Смешно дохуя, да, блядь? Сейчас нахуй, сейчас поговорим, блядь. Сейчас, подожди, блядь. Смешно, да, дохуя, блядь? Ну, сейчас, ребят. Сейчас посмотрим, блядь. Дохуя смешные, да, я вижу, блядь. А вот, можем продать же, точно у нас, вон, хуя чего есть. Так, вот это я вообще не использую, батарею закамблить, мне это не нужно, блядь. Снайперская винтовка, детонаторы. Ну, я бы, честно, давайте еще купим. 17 тысяч, ебаный в рот, давай, ёпта, закупаемся, 100%. На снайпу, блядь, давай покупаем. Ну, нормально так. Хватит. Сюда покупаем также. Аптеки давай еще, типа, вот так вот закупим.
сюда. Ну, давай вот так, блядь, еще. Вот заебись будет. Вообще классно. Вот это хорошо, блядь. Очень хорошо, ребята. Очень хорошо. 20. Так, у нас 21, потом здесь 8. А в обойме у нас 5. Здесь 3 вроде их, да. В обойме. Да, всего их, блядь, 13. Ой, ебать, снайпа вообще 43 патрона. Ебаный того рот. Все, пизда, нахуй. В обойме 4. Ну это хуёво, что 4 в обойме, ну ладно. Ну ладно, ну ладно. Допустим. Так, let's go. Поехали, чё. Так, аптеки у нас с тобой есть, да? 4 аптеки целые у нас с тобой есть. Ебать. Куда побежал, нахуй? Ой, бля, ребята, здесь сейчас будет пизда. А как? Подожди, а как? Ща. Просто не помню. Управление, прицельный летательный режим, разрешение. F, кинетический модуль F. А чё у меня его нету? А он не хочет у меня. Давай-ка, давай, ладно, еще раз нажмем, попробуем. Что у меня он не работает, типа. Давай, хорошо, изменю. А он не хочет у меня работать. Чё за хуйня, блядь? Чё кинетический модуль у меня не работает? Дэйна, тут один псих все пытается связаться со мной. Я его видел в госпитале. Нолан Стросс. Он был подопытным в эксперименте, как и ты. Да. Как он там оказался? Что ему нужно? Он психопат, Айзек. Держись от него подальше. Он убил собственных жену и ребенка. Ладно, понял. Держите, ребят. Подожди, это не то, нет. Это кинетический модуль в руке, у меня он работает, хорошо. А как направление? GPS где он, блядь? Чика оружие, кинетический модуль F. А как вот эту хуйню, которая бзю, так бзю делает? Как ее-то, блядь? Активировать, шифтбек, удар. Удар ногой, прошел, понизомись. А, Б, локатор. Все, локатор, GPS я нашел, все. О, все, заебись, работает. Я думал, все, GPS сломался, придется, блядь, надо было новую покупать, прикинь, блядь. Нахуй, не хухры-мухры денег, блядь, ну, нахуй, блядь. Ой, блядь, сейчас вниз спускаться, это пизда. Большая локация, это всегда пизда. В соответствии с гражданским кодексом станции Титания, ну, таких, таких вошло игр. Военное положение. Всем гражданским немедленно эвакуироваться. Мародерство, расстрел на месте. Это не учение. Немедленно следуйте к ближайшим точкам эвакуации. Я сначала пойду, давайте обойдем быстренько здесь все хорошо. Здесь, я так понимаю, у нас еще такого сильного и не будет. Левитация, нахуй. Хуяна. Покупай, блядь. Левитация, что нахуй? Того, блядь! Так. А здесь типа бар, вообще не бар, да, я так не понимаю. Ладно, let's go с тобой. Perfect sleep. Можешь поспать.
Ну, да, почитаем. По пути Альтмана, обращение к последователям Майкла Альмана. Дети обелиска, чаша нашего терпения переполнена. Комитет не прекращает своих подлых атак, грубо нарушая наше право молиться так, как мы считаем нужным. Продолжительность служб в нашей церкви была урезана. Пожарных ограничило число прихожан, присутствующих на молебнах или молебнах, извините, правильно, ну, не знаю, как правильно, к сожалению. Нас заставили выпрашивать разрешение для распространения религиозной литературы. Все это плохо. Все это плохо скрытые попытки заглушить правду. Нашу правду. Ну еще раз повтори, блядь. Попытки совершенно безуспешные. Нечестивый, недальновидный, безответственный и безнадежный путь, которым пытается вести нас комитет, оканчивается тупиком. Тупиком, из которого может вывести лишь юнитология. Тупиком, который некогда предвидел Альтман и поручил нам священную миссию стать поводырями к свету. Приготовьтесь, братья и сестры, воссоединение грядет. Понятно, блядь. Ну, блядь. Нахуй, блядь. Ну, хотя, я не знаю, честно, не буду так говорить. Так, чисто был юмор, ребят, это юмор. Ну, на всякий случай, ну, нахуй, блядь. Да, время истекает. Может, у них реально где-нибудь, мы же вот читаем, может, записки я какие-то пропустил, может, там реально что-то было прям, ну, написано жестко, что-то, ну, какая-то информация, да, имею в виду. Может, они реально, типа, ну, скрывают, сука, блядь. Раз меня так уже первый час подъебало, да, я в лифт тоже заходил, там, нахуй, хуяк, блядь. Дейна, я думал, ебаная, ты ведешь меня к жилым кварталам. А это место может, какие-то свои похоже были, на центр вербовки юнитологов. Да, я говорю, что про то, что да, было там написано. Должен быть старый инженерный туннель, который выведет тебя через мусоросборник прямо к башням Кассини. Будь начеку. А сейф-зона будет? Блять. Все, договорил, спасибо. Церковь юнитологии станции Титан. Отчет о вербовке. Перегиба. Приближенный. Да ебать, я закрой нахуй, блядь, я читаю, блядь. Десятинный статус, полная доля. За последние несколько лет. Блядь, несколько лет. Блять, ебал, закрой! Слышь, блядь, сейчас тебя поднимусь, нахуй. Ты говорю, сейчас, нахуй, тебе микрофон просто обрублю, блядь, понимаешь, нахуй? Ты можешь ебал сюда, понимаешь, блядь, пожалуйста, блядь. Можно, пожалуйста, замолчать, пожалуйста. Да ты одно и то же повторяешь, ебал, закрой. За последние несколько недель объем наших вербовочных операций значительно снизился. Безусловно, это результат клеветнической кампании комитета, который выставляет нас в прессе в качестве авантюристов и бунтовщиков, регенты церквей Венерианского Вейпорта и обсерватории Гелиопаузы намерены сделать заявление в конце этой недели. Это будет стратегически верно. Дополнительные средства на информационное противодействие будут направлены. А делу по связи... Да ебало ты лавки! Блядь, ну это же не заебет нахуй тебя, что ли, или что, блядь? Ой, блядь, вот тебя нахуй потерял, я читал. Намерены сделать заявление в конце этой недели. Это будет стратегически верно. Дополнительные средства на информационное противодействие будут направлены отделу по связям с общественностью. К сожалению, увольнение среди сотрудников СС негативно отражается на наших целях и по сравнению с прошлым годом недобор составляет около 30%. Гиба, конец сообщения. Бля, ты заебешь нахуй. Где нахуй колонки ебаные, блядь? Ну, ты должен, видите, кто-то должен сюда высакивать. Да иди ты нахуй свою юнитологию, блядь. Наебало все это, блядь. Понимаешь, нахуй? Еще раз повторить будешь, блядь. Не знаю, нахуй.
будешь нам. А ты тогда не утебался, он опнешь или нет? Бля, ну реально он видать. 10 лет назад, нахуй. Ух ты, блядь. О, блядь, дети! Ёбаный в рот! Не, до свидания, ребят. До свидания. Отстань. Открой! Бля, ребят, он тут дохуя. Как бы. Сука, тварь ебаная маленькая, иди-то нахуй. Быстрее, быстрее, быстрее. Сразу хп-шку. Опа, остановил. Да иди ты нахуй, тварь. Сука, блядь. Давай, пошел. Раз, нахуй. Два, блядь. Три, блядь. Бля, все аптеки проебал. Ну реально, надо было, ну, в натуре не так поступать. Сам, блядь, виноват, ладно. Давай сюда, нахуй, блядь. Все, что есть, блядь. Так, ну здесь вроде больше ничего нет, да? Это тоже прикольно сделали, кстати. Интересно. Механика. Да ты как-нибудь чувствовала, блядь? Ладно, не буду говорить, чего нахуй. Ты как-нибудь чувствовала, блядь, что ты занимаешься какой-то полной хуйней, блядь? Или как, блядь, не пойму. Бля, ну, конечно, на этой локации хорошо, на этой локации будут идти вот эти, ну, дети, нахуй, блядь, осуждаем, блядь. Маленькие монстры, так будет называть. Маленькие монстры здесь будут, короче, бегать. Окей, я понял. Ну да, развернули камеру, спасибо, блядь. Мужик, все хорошо? Здесь никого нет? Думал, я тебя не замечу, а я заметил. То есть точно больше ничего нету. Комплекс уплотнения мусора. Туннель 1, туннель 2, туннель 3. Все системы включены. Блять, мужик, ну, заработался, да? Блять, испугался. Ладно. Если кто-то это найдет, слушайте. Кинезисом можно вытирать лезвие стропов и стрелять ими в них. Смотрите. Вот. Эта уловка продлила мне жизнь на 3 часа. Видите? Их же оружием. Увы, я истекаю кровью. Меня тут хорошенько задело. Надеюсь, это вам поможет. Кто бы вы ни были. Я понял. Бля, жалко, мужик, заработался. Соболезную. Ну это мы знаем, ребят. Ебанутый. Отдай нахуй. Поехали. Я уверен, что здесь кто-то сейчас будет. А куда она вообще? Подожди, а куда нам? А нам туда. Мы погнали сюда сначала? Мне похуй, я хочу сюда. А, ну здесь нам нехуй делать, да, еще? Закрыто. Ну, я понял. Ладно, погнали еще.
Ну это прикольно сделать, да. Хорошо, здесь у нас сейф-зона с тобой. Блять. Охуеть, блять. Ну, видимо, от шока, видите, он, видимо, от шока жесткого. О, верстачок. Доброе утро. Что у нас с тобой есть? У нас по узлам что с тобой? Вроде два их, да? Два узла у нас с тобой. Что будем с тобой делать? Блин, я бы честно, знаете, на что? Я бы, наверное, здоровье еще бы фиганул. Объем. Перезарядка. Объем, урон. Ну, можно сюда качнуть, конечно. Может, снайпу. Перезарядка, урон, фиганем, и все нормально. Потому что у нас есть один модуль, конечно, время еще, но я им так сильно не пользуюсь пока что. Вот, а здесь, ну, было бы неплохо еще здоровье прокачать бы. Да, мы так с тобой сделаем. Я думаю, это правильно будет. Думаю, это будет правильно. А через... О, башка установилась. Заебись. Как в первой части тоже. Так. Глава 3, да, у нас с вами идет. Ну, собственно, серика так длинно получилась. Такая серика была. Блин. Классная игрушка. Пока мне нравится. Вот. Пишите комментарии свое мнение. В принципе, все. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.